Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю вам создать открытку в технике киригами – старинное японское искусство вырезания бумаги. Сегодня мы сделаем ее праздничной. Приступаем к работе. Для работы нам потребуется 2 листа плотной бумаги, но это не картон, это просто плотная бумага, которая хорошо складывается. И 1 лист двусторонний для обложки, такой нарядный праздничный. Ножницы, карандаш, линейка и клеящий карандаш. Начинаем мы с внутренности нашей открытки. Мы складываем листок зеленой бумаги, мы складываем его в квадрат, аккуратненько, не спеша, и излишек отрежем ножницами. Теперь от диагонали мы отмеряем 9 сантиметров линейкой и прочерчим вот такую линию. То есть кусочек диагонали мы с вами отрежем длиною в 9 сантиметров. Нам нужно еще хвостик отрезать. Приблизительно на 4-4,5 сантиметра. И вот такую заготовку нам с одной стороны надо будет начертить. Расчерчиваем нашу заготовку линиями шагом 1 сантиметр. Сантиметры мы будем откладывать сверху, по этой стороне и по этой. С одной стороны мы прочертили, а теперь мы не трогаем сгиб, но с двух крайних сторон нам нужно сделать подгиб шириной в 1,5 сантиметра. Точно так же отмеряем линейкой, ставим наши заметочки, откладываем карандаш и берем ножницы, но только не острой стороной, а тупой стороной лезвия. Нам нужно просто провести линию, по которой нам легко будет согнуть бумагу. Пробуем. Прекрасно сгибается без заломов. Точно так же поступаем со второй стороной. Нам снова нужно отложить отрезок длиной 1,5 сантиметра. И снова тупой стороной ножниц проводим вторую линию. Прекрасно сгибается. Теперь мы наши нарисованные полоски разрезаем ножницами. Ровно до линии сгиба. Не до конца. Останавливаемся на линии сгиба. Наша заготовка елочки готова. Теперь нам нужно согнуть лист, в который мы будем вклеивать нашу елочку. А давайте согнем его красиво. Измерим ширину листа и отмерим половину. И точно так же применим наши ножницы. Тупой стороной проводим линию, по которой мы согнем аккуратно лист. Теперь мы нашу елочку будем приклеивать к сгибу нашей оранжевой открытки. Стык в стык укладываем. Линия к линии. Еще раз проверим, закроем. Все хорошо уложилось. И проклеиваем карандашом только тот подгиб, который у нас был 1,5 сантиметра шириной. И накрываем нашу открытку. Приклеили, переворачиваем. И точно так же приклеим нашу вторую сторону. Намазываем карандашом линию в 1,5 сантиметра и закрываем открытку.
придавили, плотно прижали. А теперь будем сочинять волшебство. Открываем нашу открытку. Не очень она похожа пока на елочку. Наша задача сейчас сделать из нее елочку. Мы отгибаем первую полосочку вправо, заминаем и подклеиваем на сантиметр, не больше. Прижали пальчиком. Отгибаем вторую полосочку влево, заминаем пальчиком и подклеиваем. Плотненько прижимаем. Следующую линию, третью по счету, мы одинаково прижимаем с двух сторон. Заминаем пальчиками и подклеиваем. И так постепенно мы идем снизу вверх елочки, подклеивая каждую из ее веточек. Не нарушая порядок. Сначала вправо, потом влево, потом прямо. Отгибаем, заминаем, подклеиваем. Три простых действия. Вправо, влево. Наши треугольнички будут сужаться от низа к вершине. В этой работе удобно пользоваться клеящим карандашом. Не клеем ПВА, например, и не каким-нибудь другим, потому что клеящий карандаш, он довольно быстро схватывается. Мы доклеили наши последние веточки. Немножко подержали, чтобы схватились наши слои. А теперь закрываем нашу открытку. Аккуратненько. И смотрим, как она у нас раскрывается. Наша елочка получилась. Теперь наша задача сделать для нашей открытки красивую обложку. Теперь для нашей елочки мы делаем красивую обложку. Я взяла двустороннюю плотную бумагу. Мне нужно найти середину и согнуть ее пополам. Помните, мы проводим линию ножницами для того, чтобы наша бумага аккуратно согнулась. Вот, прекрасный аккуратный сгиб. Я решила, что внешняя сторона будет вот такая праздничная, новогодняя. Вкладываем. У нас есть лишняя бумага. Давайте мы ее сейчас интересно хитро отрежем. Мне нужна длина 21 сантиметр. Я ее отложу по этой внешней стороне. 21 сантиметр. И на 5 миллиметров больше. 21,5. А вот теперь я провожу линию, потому что у меня есть лишний кусочек бумаги, я его отрежу. Нам остается в нашу обложку вклеить нашу елочку. Мы это будем делать сначала с одной стороны, а потом с другой. Мы промазываем открытку с елочкой тщательно по периметру клеящим карандашом. Аккуратно совмещаем сгибы и прижимаем нашу обложку. Переворачиваем и будем приклеивать вторую сторону нашей открытки. Хорошенько промазывайте клеем, не жалейте. Прижимаем и некоторое время удержим. Ну что, посмотрим? Наша новогодняя елочка получилась. Ну, может быть, не совсем новогодняя, может быть, еще рано, но праздничная точно. А вот теперь посмотрите, вокруг осталось много-много разного пространства, которое можно заполнить любыми сюжетами вашей фантазии. Здесь может быть елочные шары, снежки из ваты или какие-нибудь блестящие пайетки, которые украсят вашу праздничную открытку. И тогда она станет очень нарядной. У нас все получилось. И теперь вы мастера волшебных открыток.